Дорогой мой Марк Антоний, надеюсь, что ты пребываешь в лучшем здравии, чем мои надежды на победу. Я гонялся за Помпеем по всей Греции, но он решительно уклонялся от боя. Я думал, что это результат обычной его бестолковости, однако оказалось, что старик еще соображает. Пока он избегал сражений, к нему с востока прибыли 10 легионов, которые серьезно превосходят по численности мои силы. И теперь кот рычит на пса, а Помпей угрожает мне. Некоторое время я еще сумею уходить от его преследования, но это ненадолго. Мои люди измучены, припасов не хватает. Вскоре нам придется остановиться и принять бой. Прошу тебя, приведи ко мне 13-й легион, и как можно быстрее. Проклятие. Созвать легатов легиона? Нет, погоди. Мне нужно все обдумать.